Читательская почта. Джоэл Бейкер спрашивает, почему в неделе 7 дней? Большинство единиц времени имеет астрономическое объяснение. Так, сутки — это время, за которое Земля делает один оборот вокруг своей оси. Месяц — период, за который Луна оборачивается вокруг Земли. А за год Земля делает оборот вокруг Солнца. Неделя же изобретена человеком. Ему нужна была единица времени между днем и месяцем. Неделя не всегда равнялась 7 дням. У африканцев она длилась 4 дня. Столько дней проходило между базарными днями. Были 6, 8 и даже 10-дневные недели. Иудейская неделя состояла из 7 дней, так как 6 дней Бог создавал землю, а на 7 отдыхал. Лишь вавилоняне впервые дали небесное объяснение 7-дневной недели. Они исходили из 4 фаз Луны, каждая из которых длилась 7 дней. Пытливые умы.